Дочь вышла замуж за парня, с которым они являются крестными одного ребенка. Слышала, что церковь такой брак не приветствует. Так, это так? Это так. Да, это так. Такой брак не приветствуется. Но порой на это вот так вот закрывают глаза. Вот. Почему? Потому что, да, духовное родство является препятствием для брака, а они, по сути дела, кумовья. То есть у них духовное родство. Но, с другой стороны, на самом деле, это формальность, что они вдвоем крестные. Потому что воспринимал от купели кто-то один из них. Ну, я так думаю, что вот пол ребенка, если они, например, у девочки крестные, да, то скорее ваша дочь крестная, а он так просто сбоку стоял. Если же мальчик, то он скорее крестный, а она просто сбоку стояла. Поэтому, конечно, это не приветствуется, но и такого прям суперкриминала в этом нету. Хотя нужно быть с этим делом осторожнее.